Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Денис Кочерга, Казуку Фэмили, и я хочу показать еще вам немножко Darkness Within того квеста, поэтому я думаю, вам понравится. Приятного просмотра, и, как говорится, вперед. Вот. Оказывается, в прошлый раз мы не глянули, что есть у нас еще потолочек. Вот. И он, сука, вот он. Чувак, а ты пойти не хочешь, нет? Так, что у нас тут есть? Что это? Рыбки? Чувак, ты никогда не видел рыб? Или ты такой настолько в ахуе, что типа, ебать, рыбы? Рыболов, блядь, здесь. Нахуй. Но то, что он следит в свою подзорную трубу, еще доказывает, что этот пидор сюда придет. И все. Ебать. Что это такое? На гору Нортвуд? Так. Что у нас тут? Ебать, зацепочки, ёбаный в рот. Будет весело. Так, Инфититус. Может, это? А примитива? Кладбище, ебать. Или гробница, блядь. О! Могила, нахуй. Сэмюэль Пуэр. Вильям. Не? Да мы, блядь, крутые, нахуй. Так.
так, блядь, сопоставить нахуй. Могилы, блядь. И Самуэль, блядь, не? Не имеет смысла, ладно. В смысле, где? Ну мы ж, блядь, узнали, где эти горы, блядь. Нет? Не горы? Так, надо подумать. Надо подумать. Что, блядь? Может, мы что-то проебали? Это понятно, а что еще тут делать нахер? Что за хуйня? Кто нас закрыл, блядь? А что, закрыли или мне показалось? Блядь, мне показалось нахуй. Так. Короче, нам надо было просто возвращаться назад и все. И вот видим этого чувачка, который спрашивает про какую-то записку. Вот. И мы ему ответим по чесноку, что нет, потому что если мы ее нашли, то было бы да. Так что. Нет. Странно. Вам ее не доставили? Нет, поэтому я пришел лично поговорить с вами, на случай, если что-то не так. Понимаю. Ничего страшного. Собрание состоится в то же время, что и обычно. Да, я забыл отдать вам ключ, так что, можно сказать, нам повезло. Нужно уходить, пока я не попался. Ладно, я пошел. До встречи, Лорейд. Будьте осторожны. Узнал. Ну чё, привет, чёрный ворон. Ку-ку-ку. Ну давай, чувак, поспи. У него ловец снов даже есть. Да уж, ловец снов.
кошмарики снова, да? Белый свет. И что делать? Куда валить? Понятно. Это прикол просто. Да уж, в домик. Так, а у нас есть автоответчик? Новых сообщений нет. Ну, привет, раз новых сообщений нет, насрать. Так. А радио работает? Не хочет он. А мне похуй, что ты не хочешь. Я хочу. Долбоёб. Ларка какого-то.
Ясно, ясно. Так, тупички. Ну, естественно, будет все нахер заперто. Офигеть, все нахрен заперто. Темнота нахер. Значит, надо бы сохраниться. Раз темнота. Здравствуйте, мистер Лоррейн. Вы уже уходите? Кто вы такой? Я тот, кого вы ищете. Вы Лоу Снога? Да. Но как вы можете это доказать? Думаю, вам придется поверить мне на слово. Что вы здесь делаете? То же самое, что и вы. Не забывайте, я ведь тоже детектив. Нихуя себе. Круто. Что это за место? Всего лишь один из проходов в преисподнюю. Он ждет, когда наступит его время и придет безумие. Откуда вам известно мое имя? Я знаю о вас больше, чем вы можете вообразить, мистер Лоррейн. Как вы узнали обо мне? Это вы выясните сами. Даже если бы я и сказал, вы бы мне не поверили. Покажитесь мне. Он может быть вооружен. Надо быть осторожнее. Я хочу посмотреть на вас. Я не вооружен. Я вижу, что вы боитесь и раздумываете, есть ли у меня оружие. В вашей ситуации это меньше, о чем следует волноваться, но могу вас заверить, что оружия у меня нет. О чем он говорит? Он пытается запутать меня, но зачем? Вы знаете, что вас разыскивают по подозрению в убийстве? Прекратите болтать и покажитесь мне! Тихо! Они нас услышат. О чем вы говорите? Вы увидите. Какая преисподняя? Что вы несете? Я скажу только, что у нас нет времени. Вам придется узнать это самому. Что это? О чем вы? Они идут. Бегите, не дайте себя поймать. Сумасшествие. Я слышал это в его голосе. Но было нечто, от чего у меня пошел мороз по коже. Он знает что-то, чего не знаю я. Мистер Нолдер! Мистер Нолдер, вы здесь? Похоже, он ушел.
Надо сваливать. Винтовочки. Да понял, не ори, блин, псих. Новых сообщений нет. Окей. Опять белый свет. А, очередные видения. Так. Так, а где остальные куски? Так. Так. А, вот еще.
5 частей. Да блин. Так, мы-то их, в принципе-то, соединили. Пробуем. Так. Двадцать три, двенадцать, Да, не везет тебе, чувак. Новых сообщений нет. Так, день четвертый, ну ладно. Так, Артуру позвонить. Да. Привет, Артур. Привет, Говард. Как дела? Бывало и получше. Слушай, хотел узнать, что там с этим веществом, которое я оставил в кабинете. А, понял. Мне только что отдали отчет. Сейчас, секунду. А, нашел. Это какое-то лекарство, вернее, натуральный препарат, который смешали с галлюциногенным веществом. В отчете говорится, что это необычный галлюциноген, и здесь потребуется дополнительный анализ. Хорошо, я понял. Этого достаточно. Спасибо, Артур. Не за что. Удачи. И тебе. Увидимся. Значит, кто-то что-то подмешал. Ладно. Бывает и такое дело. Так, в этот раз никого нет. Окей. Так. Может, это ключи от верхней двери?
Ладно, я надеюсь, вам понравилось прохождение, дорогие друзья. С вами был Денис Кочерга, Казуко Фэмили. Играйте в эту игру, она очень интересная. Я надеюсь, по этим видео вам было интересно. До новых встреч, друзья. Всем удачи, всем пока.